Бельцах ведется работа по стерилизации бездомных собак. Отловом занимается муниципальное предприятие ДРСУ. Животных доставляют на ветеринарную станцию, где их стерилизуют. Самая важная цель проекта – власти хотят гуманно сократить численность бездомных бродячих собак. К сотрудничеству пригласили волонтеров общественных организаций по защите животных. При их поддержке решить проблему бродячих собак будет легче. По словам Сергея Пчелы, директора ДРСУ, участвовать в проекте изъявляет желание горожане. Некоторые предлагают посильную помощь, в том числе и по выявлению бездомных животных или тех, кого подкармливают где-то. По бродячим собакам. На сегодняшний день какие мероприятия принимаются? Потому что у меня и мессенджер тоже уже запущен. Информация пришла. На Бане, в центре, в других районах. Если брать... По подведению итогов за март месяц, значит, было кастрировано, стерилизировано 40 собак. Вот продолжается, как бы, совместно даже там приходится... У вас сколько там людей ответственно именно за лов, за вывоз этих собак? Два человека. Там у нас экипаж, машина и это сам, два человека, которые... Они ежедневно по плану? Они ежедневно по плану, они держат связь со всеми этими представителями общественности, которые там много раньше шумели, но они уже как бы идут рядом с нами, то есть как бы больших проблем нет. Мне нужна информация ежедневно, сколько плодили, сколько отвезли, где-то через будет. Ежедневно, чтобы я знал по участкам, где и какие мероприятия предпринимаются. Есть, даже сколько каждый день дает информацию. Мы уже собак 8 забрали граждане, то есть так работа более-менее просто надула, что так более запущено. Я понимаю, но я хочу просто знать, если до сих пор ведутся вот эти мероприятия, которые мы начали по стерилизации. Потому что я знаю, какие высказывания со стороны общественных организаций, с одной стороны, с другой стороны, жители жалуются, то есть компромиссный вариант по стерилизации. И мне важно, чтобы ежедневно вот эта работа ведет. Да, работа ведется. Ведется. Так уж. Хорошо. В Бельцах, напомню, начались работы по благоустройству приюта для бездомных животных с ветеринарным пунктом для их стерилизации. Объявление в ходе прямого эфира в Facebook сделал мэр города Рената Усатый. Он заявил, что уже оплатил проект во избежание бюрократических проволочек. Приют будет находиться в районе Молодого и занимать площадь 8600 квадратных метров. Мэр выразил уверенность, что в текущем году проект удастся реализовать и пригласил экономических агентов для спонсорского участия в этом важном для жизни города процессе. Уверен, что в этом году реализуем проект. Стоимость проекта я оплачиваю, а потом могут участвовать экономические агенты, заявил Усатый.